Всем привет, меня зовут Сайна, и я начинающий комик. Знаете, мне с самого детства близка комедия. Помню, как еще в школе я подшучивал над одноклассниками, но время идет, и некоторые из них уже посидели, ведь жизнь в пустыне непростая штука, а остальных посадил я. Ведь, кроме стендапа, я еще и генерал Махаматра. В общем, сегодня мы будем откатывать материал для моего первого концерта. Шутки еще совсем сырые, так что не судите строго, а судите по закону. Наливайте вкусняшки, накладывайте чай и поехали. А начнем с сестренки Кандаки, так как она всегда говорит правду о моих шутках. Кандаки, я тут шутку хочу проверить, что скажешь? Сайна, опять ты за свое? Не опять, а О4. Ладно, давай. Я думаю, что вот это про пустыню тебе точно понравится. Ёжик наткнулся на кактус пустыни и так и не понял, что родители его бросили, ведь колючки мамы были всегда рядом. Так, ладно, эту шутку я из программы, похоже, убираю. Эй, пс, хочешь анекдот? Нет? Ну ладно. Короче, пойдемте затестим пару шуток на Хейдзе, у нас с ним похожая работа, и может ему будет близок юмор про сыщиков, не знаю, может, ну попробуем. Знаешь, чем отличается хороший детектив от плохого? Плохой не раскрывает преступление, а хороший написала Агата Кристи. Хейдзе, помнишь, ты не мог понять, кто убил ту девушку? Ну, конечно, да, я так и не раскрыл то дело. Я знаю, кто ее убил. И кто? Убийца. Ах, братик, уходи, пока я заряжаю. Мона, спасибо тебе, что согласилась послушать мои шутки. Да не благодари. Ты предложил мне 20 мора, а это на 20 мора больше, чем то, что у меня сейчас есть. Можешь хоть концерт здесь устроить. О, отлично, а как тебе вот такая? Бывший онколог подался в астрологи, но гороскоп раков по старой привычке сообщает только их родственникам. Ну нахер. Мона. Давайте сделаем паузу, хочу еще историю рассказать, тут недавно такая ситуация со мной приключилась. Но мы, короче, были в другом регионе, то ли на праздник нас пригласили, то ли просто за компанию с коллегой Тигнари увязался. Ну, такая спонтанная поездка вышла. Но мы, короче, были в другом регионе. Тигнари вообще на официальном стиле поехал какие-то травы обсуждать, грибы. Ну, вы все прекрасно понимаете, какими там он грибами увлекается, да. Я вообще на самом деле поехал только потому, что хотел развеяться. Все-таки Манштадт, Анима Архонт, Регион Ветров, вот эти дуновения там все, ну и серии грибов Тигнари те же самые. Так вот, после праздника Анимони я случайно забрел в какую-то таверну. И там встретил парнишку. То ли бартом был, то ли... Да просто бухал не в себя, что ли. Я так и не разобрался. Он еще постоянно бормотал что-то невнятное. Вот что-то так... Барбатос. Я вообще ни слова не разобрал. Может и к лучшему, не знаю. Но самое забавное, что этот парень как-то притягивал к себе, что ли. От него прям пахло свободой. Или перегар это был. Но запах сильный стоял явно. И я, короче, решил пошутить. Типа, Барт, ты так много вина... пьешь. Наверное, у тебя очень сильное чувство вины, я ему говорю. Я просто пошутить хотел, он, короче, разозлился. Начал бухтеть вообще с ровного места, при том, что. Говорит, да, я просто желал им свободы, они так со мной. Я вообще-то архонт, смотри, ветряные потоки умею творить. Ну, короче, беды с башкой у парня конкретные, реально. И я ему говорю, чел, если ты сидишь и попу от стула на несколько сантиметров отрывает, то это явно не ветряные потоки. Скорее всего, желудком что-то не то, в лучшем случае. Но никак не анима вот этот шепот ветров, ну шепот ветров, понимаете, да? А он еще так взял в пробирку это все набрал и говорит, вот, анимония архонта. Честно, стоит признать, что анимонии на всю таверну вообще пахло. И тут просто, владелец таверны к нему подходит, а он такой, бал в два раза выше барда, берет его на плечо, подходит к окну и выбрасывает прям в окно. Там вообще решетка не препятствие было. И я смотрю на этого красноволосого мужика, у него еще, прикиньте, сокол на руке сидит. Я даже думал спросить, что вообще за дичь у вас тут в Манштадте творится, но я даже слова выдать не смог. А он подошел ко мне, положил руку на плечо и говорит такой, расслабься, все, сквозняков больше нет. И действительно как-то все утихло, прям штиль какой-то. А там я уже помню только как проснулся под деревом где-то вольфендомик, что-то вольфендом какой-то. Весь рот в волчьем клыке, ну это типа местные диковинки что-то. И на меня какой-то оборванец смотрит и говорит, лупикал. Я, короче, не втыкал вообще. Но я подумал, что в такой ситуации у меня только один выход. Говорю ему, лупикал. Он успокоился вроде бы. Короче, поездка вышла просто 10 из 10 по шкале Бофорта. Тормила меня потом еще неделю где-то. Спасибо, что пришли послушать. Буду еще готовить материал для большого концерта.
Лиза, ты приехала в Сумеру, наконец-то, давно мы с тобой не виделись. Зацени шутеечку. Библиотекарь чихнула, и ее сопли попали в книгу рекордов Гиннесса. Как тебе? Да, я лучше книгу почитаю. Ладно, ладно. Ну тогда пойдем к Альбедо, он точно оценит юмор. Альбедо, а правда, когда у тебя появятся внуки, они будут называть тебя Альдедо? А? Что? Короче, вот, послушай, смешнявку для концерта готовлю. Знаешь, как по-другому называют Лиуэ? Никак. Драконья жопа! Ведь спустившись по драконьему хребту вниз, ты попадаешь в Лиуэ. Угу. Саня, твоя гипотеза интересна, но стоит проверить ее эмпирическими исследованиями. Нам нужно отправляться в путь. Куда, чел? А шутка-то как тебе? Эх, я не хотел этого, но придется идти к ней. Бейдоу, зацени шутку. Сайна, я же тебе еще в прошлый раз сказала, еще одна такая шутка и жить будешь в бикини-ботом. Ну бойдала, бойдала. Бойдой будешь своего шакала называть, понял? Ну в этот раз она точно не такая, Бейдоу, честно-честно. Ну, валяй. Бейдоу, знаешь, почему все пираты такие тупые? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а ты решил ко мне лезть, ты засрань. Да. Короче, буду продолжать собирать материал для концерта. Тебе огромное спасибо за просмотр, за лайк под этим видео, ты так поддержишь развитие моего юмора. Вот, и не забывай подписаться на канал и приходить ко мне на стримчики. А я не прощаюсь, потому что увидимся мы совсем скоро, буквально в следующей шутке про твой...